Аким области Нурлыбек Налибаев встретился с генеральным секретарем Тюрксой Султаном Раевым. На встрече был подписан меморандум между Акиматом Кызылординской области и Международной организацией по укреплению культурного сотрудничества. Аким области особо отметил важную деятельность международной организации Тюрксой и подчеркнул значимость двустороннего сотрудничества. Уверен, что в дальнейшем с организацией Тюрксой будет укрепляться партнерские отношения, связанные с большим национальным опытом международного масштаба, новыми познавательными мероприятиями, обменным опытом, стажировки специалистов, совместным выполнением научно-исследовательских, творческих проектов. Генеральный секретарь организации Тюрксой отметил, что земля Сыра – это священная земля, богатая традициями, где берет начало духовное наследие тюркоязычных стран, и поделился планами на будущее. Наша главная цель – укрепление культурных отношений между тюркскими народами. В этом направлении планируется активизировать фестиваль «Коркат» и «Улудала Саза» и провести фестиваль «Жрау» для популяризации «Жрау» из земли Сыра в тюркоязычном мире. Мы считаем необходимым показать всему тюркскому миру богатую историю и культуру священного Кызылординского региона. Приглашаем делегацию во главе с вами на 4-ю Всемирные игры кочевников, которые пройдут в турецком городе Бурса. Мы готовы организовать совместные творческие проекты и обменяться опытом.